А мы продолжаем наше вещание с выставки CPM-2020. И рядом со мной стоит Юлия Бражник, представитель компании RDF Group. Юлия, на чем специализируется ваша компания? Здравствуйте. Наша компания – московский производитель манекенов для дизайна, пошива и демонстрации одежды под брендом Royal Dress Forms. Скажите, а какие манекены вы с собой привезли на выставку CPM? Мы привезли практически всю нашу линейку. Мы производим мягкие манекены, на которых удобно отпаривать одежду и втыкать в них иголки-булавки. Привезли мужские манекены, женские, с разметкой, без разметки. В том числе привезли нашу достаточно новую модель Пенелопу, которая ультрамягкая и подходит для пошива нижнего белья и корсетов. Там можно достаточно сильно утянуть талию за счет нового материала, который мы используем. Довольно-таки уникальный продукт. За второй день проведения выставки CPM я в основном общаюсь с дизайнерами одежды, а с производителем манекенов в первый раз. И у меня вот назревает такой вопрос. Как вы на данный момент реализуете ваш товар? На данный момент мы реализуем через собственный интернет-магазин, плюс у нас есть шоурум в Москве. Более того, у нас есть сеть дилеров и дистрибьюторов по России, по странам СНГ и по зарубежным странам. А какие ожидания у вас связаны с выставкой CPM 2020? В данной выставке мы участвуем уже не первый год, и у нас всегда хороший от нее и фидбэк, и результат. Это всегда, помимо интернет-торговли, очень важно встречаться лицом к лицу со своими потребителями и партнерами. И здесь собран уникальный комьюнити российских и зарубежных производителей, что для нас очень ценно. Юлия, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.